в комнате сейчас, ты сказала? Волх. Да. И мужчина какой-то. Хорошо, мы приветствуем учителя Волха. Снимаются все маски и голограммы. Фантомы предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Учитель. Мы приветствуем учителя Владимира. Того, кто с ним пришел. Это не Владимир. А кто это? Волх. Это Волх. Волх, прошу прощения. Волх. Уважаемый Волх, мы давно вас не видели здесь. Приветствую вас. Очень рада вашему визиту. Слушаем вас. Он говорит, что приветствует нас, и настало время представить вам вашего нового куратора. А вы куда? Он сам все расскажет. А вы куда? Он говорит, что он остается. А, нам дополнительно еще одного куратора дают? Сами все узнаете. Хорошо, благодарю. Интересно, слушаем. Этот мужчина, он приветствует нас. Меня зовут Константин, и я куратор вашей школы, которая уже существует. У нее есть название и количество людей, интересующихся вашими технологиями. Достигла такого уровня, когда школа, можно сказать, что это уже школа. Уважаемый Константин, мы очень рады знакомству с вами. Честно говоря, я очень удивлен, потому что мы буквально просто пару дней назад, мне эта мысль как-то озарила или посетила меня, и мы, в принципе, не ожидали, что так уже это все быстро разовьется. Очень приятно, безусловно, подтверждает, что мы на правильном пути. Говорит, что ты же понимаешь, что мысли сами не приходят. Я понимаю, я уже второй день не могу от этих мыслей спать. Я не понимаю, откуда этот поток идет огромный. Это зря. Спать нужно. Вот, да. Иначе ты перегоришь. Согласен. И запутаешься в своих идеях и мыслях. Нам очень приятно знакомство с вами. Да, можем вас приглашать на работу по нашей будущей тематике на следующих сеансах, когда у нас будет время. Для этого я здесь. Очень приятно. Благодарю вас. Благодарю, дорогой Волх, за эту приятную новость, которую вы нам дали. Я вижу, это уже потихонечку начинает принимать какие-то очертания. Наша сердечная благодарность. Мы очень рады такой новости. Мы сделаем все, что от нас зависит. Он говорит, что много позитивных и правильных направлений принесет школа. Поэтому нужно найти баланс внутри себя и внутри этой зарождающегося института. Благодарю вас, уважаемый Константин. Так и останется наше имя Арго ВП-2? Да. Замечательно. Оно уже есть. Оно уже есть. Все. Вот это очень приятная новость. Благодарю вас, что это этаблировалось. Нам очень приятно. Ну, такой день сюрпризов. Очень приятно. Благодарю вас, уважаемый Константин. Именно из-за вашего союза существует эта школа. На эфирном плане. И в скором будущем будет существовать на физическом. Хорошо. Очень приятная новость. Благодарю вас сердечно за эту новость. Еще раз, уважаемый Константин, я, честно говоря, ошарашен, как у нас говорят, этими новостями. Я думал, все придется самому делать. Вот, но я уже понял, поддержка рядом, и все будет хорошо. Пришло время. Сохраняйте баланс. Я понял, мне об этом учитель Архангел Ханил говорил. Чего надо избегать мне. Я это все прекрасно помню. Благодарю вас. Рад знакомству. И не буду мешать. Взаимно благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый, дорогой наш учитель Волк. Теперь у нас еще один новый учитель. Мы очень рады. Благодарю вас. Тогда мы будем работать, Верочка. Все нормально. Они останутся посмотреть или ушли? Но они пока здесь. Не знаю, в какой-то момент уйдут, наверное. Хорошо. Если хотят остаться, сердечно приглашены. Безусловно, нам очень приятно. Хорошо, Верочка. Мы тогда можем начинать работать, да? Да.